Сегодня у нас в гостях королева маркетинга Даша Инстасамка. Но это один раз и на всю жизнь. Я хотела свою фотографию на капот, и я хотела свои фотографии по сторонам, где я типа лежу вот так. Это лучший автобус, который может быть. Ой, как пробовать? И хотела, как из Пинтереста. Она стоит 300 тысяч. Господи помилуй. С вами Юра, мы в JetCar. Поехали. Камера, мотор. Поехали. Просим. Привет. Привет. Всем привет. 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 Всем привет, ребята. Это моя тачка. У меня есть кое-какая идея. Давай. Я нашла в Пинтересте такой ревчик. Все увидели? А можно мне посмотреть? Вообще, реализуемо это или нет? Но это вообще художник рисовал. Как это называется? Аэрография? Аэрография, да. Но это один раз и на всю жизнь. Смотрят. Мне нужно на время. Но это не навсегда, ты пошутил? Нет, ну пленку не навсегда. Ну вот это не навсегда. Вот эта машина у него точно навсегда. Это он уже не продаст. Жалко этого добряка. Что ты еще хотела из каких-то изменений? Подумаем, что бы ты хотела изменить. Я хотела свою фотографию на капот. И я хотела свои фотографии по сторонам, где я типа лежу вот так. Прям вот так вот растянулась, да, прямо, да, от, да, одного крыла до второго? Да, и это будет типа промо к моему альбому. Класс? Рич-вич. Рич-вич? Да, типа богатая ведьма. Это типа я. Ну надо, кроме фотографий, может каких-то граффити, какие-то еще только названия. Только не граффити. Ну, я думаю, что будет можно готическим шрифтом рич-вич где-нибудь, да, написать. Да, шрифты какие-то добавить. Помимо внешности, хотелось бы еще решить некоторые технические моменты. Давайте с внешностью пока разберемся, потому что я вот пока не писал. А на капоте надо что-то лицо где-нибудь? Ну вот на капоте будет вот такое большое мое лицо. И на номерах нельзя рич-вич сделать, да, просто так? Не делается так. Ладно. Не, мы можем сделать фотографию. А здесь можно сделать такую стоечку рич-вич, вот так, чтобы металлическая была? Можно две буковки RV сделать, рич-вич. Просто длинная такая будет. Так а как у тебя на Мерсе была, помнишь, которую тебя сорвали? Да. Ну да, ты понимаешь, что тоже сорвут. А на капоте что, будем что-то рисовать там? Как ты видишь? Ну, надпись я бы сделал. Идеи просто, вот может здесь рич, здесь рич. Ну, тоже не хочется, чтобы перебор был. А рич-то богатый, рич это что? Это ведьма. Олег придумал. Ну, я думаю, что мы не будем перебарщивать с аляпистостью. Мы сделаем фотку. Нам нужны Олега креативные идеи. Сделаем две фотки по бокам, где я лежу, и сзади, а здесь я не помню, что сзади. Здесь фейс ее по плечи, то есть, да, да, вот такое лицо. Да. И сзади вот я бы сделал как раз вот этими готическими рич-вич, чтобы ты ехала, и у тебя надпись. Будет незаполненности много, если мы только положим, да, ее. Да, пусть оно будет незаполненность. Ребят. А давайте ее хоть раз за руль посадим этой машины, она ни разу за рулем этой, давай, машины. Давай. Иди сядь за руль своей машины. Как бы ты рулила, вот покажи. Вот ты едешь за рулем. Тебя сзади там подбибикают. Ты дура, бля, давай. Бэч. Наверное. О, давайте сделаем фонарики с моей фоткой. Вот здесь? С моим лицом. Блин, классная идея. Это круто, да. Ты хочешь прямо твое лицо было? Можно мое лицо. Нет, сделать. Лицо, а если оно еще будет крутить, если оно будет крутиться? Ну смотри, кстати, это ж логотип, и он еще с цветами, он то есть 3D-шный, видишь, то есть я думаю, что лицо вполне можно, как будто нет. Если это будет тяжело технически реализовать, то хотя бы рич-вич. Так, а здесь кто будет лежать? Я. Такая же фотка или другая? Другая. Не знаю даже, что тут менять, все хорошо. Да тут нечего менять, тут очень и так красиво. Вот после того автобуса... Я бы хотела... После твоего автобуса, который он давал нам на подмену, ребят. Это лучший автобус, в котором я сидел в своей жизни. Вот эта штука отпадает. Почините, ага, пожалуйста. Вот здесь, если, можно, конечно, вы сможете что-то сделать с этим звуком, здесь ужасный звук стоит, музыка ужасная стоит, вообще просто ужасно. Если хорошо делать, то тут придется разбирать полмашины. Я думаю, провода тянуть надо толстым. Да, ваши ребята справятся. Джебелька? Джебельку вот сюда поставить, военную. Кстати, как вариант, ну посмотрим, попробуем, что можно сделать. Что еще тут хочется увидеть? Мне все нравится здесь, все идеально. А кушаешь ты в машине что-нибудь? Ну, вообще так, чтобы что-то такое масштабное, нет.
Первое, второе. Да, да, салат. Да. Такой нет, ну перекус какой-то, да, наверное, я ем салатики. Перекус таксиста. Чисто куру целую кладем. Да, да, да. В фольге курицу гриль, да. Что еще придумаем интересного? Я не знаю, что мне хочется внутри. Мне ничего внутри не хочется менять, все классно. Чуть-чуть чисто по декору какие-то, нейминг типа добавить. Ну вот на эти бы подушки, на светлые, я бы сделала просто рич-вич. Все, больше внутри особо мне... нечего менять, мне все нравится. Если только какие-то технические моменты, типа шторка, вот эта штука. Ну да, то есть у нас здесь связь с салоном, шторку нужно починить, звук нужно починить. У меня специально есть баночка для того, чтобы я выплевывала туда жвачки. Вот, ты мусорку хочешь специальную такую? Можно. Жвачки собрать все, которые попадали между сиденьями. Да, мусорку, кстати, можно мне сделать именно для жвачек. Давайте ключи, увидимся, значит, через месяц. Надеюсь, нам получится. Надеемся. У вас задач немало. Надеюсь, справимся. Ребята для своего промо-нового альбома Rich Witch оставили нам свой потрясающий V-класс. Наша креативная команда, конечно, не может остаться в стороне и не добавить пару каких-то приколов. Пойдемте, я вам покажу, какие приколы мы придумали для этого автобуса. Так как ребята 80% своего времени проводят в дороге, эта дорога для них должна быть максимально уютной. Что мы придумали? У них здесь есть вот такие вот пледы. Их мы заменим на брендированные с идентикой альбома Rich Witch, что в переводе означает «богатая ведьма». Вот этот плед мы тоже заменим, сделаем какой-то прикольный, классный. Также подушки, они в виде сердец, это очень мило, но на них было бы круто тоже нанести идентику Rich Witch. Я думаю, что на этих подушках у нас нанести не получится, поэтому сделаем новый. Ребята рассказали о проблеме, связанной с жвачкой. Ребята очень любят жевать жвачку, но ее потом некуда девать. Поэтому мы позаботимся о них и сделаем полезную, классную штуку, мусорку для жвачки. Конечно же, с идентикой Rich Witch. Возможно, сделаем тапочки какие-то прикольные, классные, чтобы можно было раздеться и чтобы можно было разбудить. Также, возможно, мы сделаем тапочки также с идентикой, чтобы, когда входишь в автобус, можно было переодеть обувь и ноги немного отдохнули в дороге. На этом наш креатив заканчивается, а мы с вами отправляемся сейчас в детейлинг-центр «Модное место», чтобы поговорить о технической составляющей переработок этого музыкального автобуса. Пока! К нам в детейлинг-центр «Модное место» поступил автомобиль Mercedes-Benz V-класса Dacia Inca Samky, которым будем в первую очередь брендировать под ее выпуск нового альбома «Rich Witch». А что именно будем делать, я вам сейчас подробно расскажу. Изготовим эксклюзивную статуэтку на капот с логотипом нового альбома «Rich Witch», а также выполним привычные услуги для детейлинга, такие как химчистка и полировка. Мы доработаем аудиосистему, чтобы Даша могла наслаждаться звучанием своего нового альбома «Rich Witch». Также изготовим кастомные проекции в дверях, а что там будет изображено, вы узнаете чуть позже. А сейчас машина отправляется в работу. У нас был целый месяц, чтобы доработать автобус. Я надеюсь, мы со своей задачей справились. Ребята уже поднимаются. Посмотрим на их реакцию. А вы ставьте лайк. Привет. 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 Всем привет. Как добрались? Ну что, хотите увидеть свой новый автобус? Нет. Не можем ждать уже. Соскучились за автобусом, кстати? Очень, очень. Я очень соскучилась по комфорту. Я вот сам переживаю, понравится вам он или нет. Он получился необычный, мягко говоря. Я расскажу вам с ним, много всяких нюансиков возникло в процессе. Но мы как могли старались. У вас нет права на ошибку, Видно уже визуально, что он чем-то изменился. Да, я вижу, что есть та штучка, которую я попросила сделать, как на Rolls-Royce. Вот это. Вот этой торчащей штучки тут да. Не было. Я тебе скажу, вот эта штучка. Да, это она. А вот эта штучка, это был самый геморрой. Вот, блин. Но вы это кто сделали? Кто бы мог подумать? Ну, мы старались, да. Вначале самое главное, чтобы ее теперь не сорвали. Любимые люди. Я вам потом по секрету скажу, сколько она стоит. Да, ну ладно, давай увидим. Очень обидно сесть потом после этого, ребят, так что... Ну что, давайте, готовы? Давайте. Так, мами, встретимся в этом клубе, я ведь всегда шикарен.
который может быть. Можно как трогать. И хотела, как из Пинтереста. Ну там на Пинтересте, конечно, машинка была так себе. Вау. Такое четкое качество фотографии. Мне нравится. Ну, да. Спасибо вам большое. Короче, вот в этой штуке кайф. 150 грамм серебра. 150 грамм серебра? Да. Настоящего? Она стоит 300 тысяч. 300 тысяч? Королева. Ну, фотографии вот эти ваши авторские, как вы хотели. Спасибо, что не твои фотографии. А вы бы охуели, если бы мои фотки были. Нормально, нормально. Хорошо. Мне самое главное было, чтобы дверь открывалась у меня не на середине лица. А ну так, да, это было бы все стрёмно. Супер. А вот здесь вы можете проходить по QR-коду, и там будет чат-бот, и там будет вся информация про альбом Rich Witch. Собственно, для чего мы покрасили так автобус. Ну, пойдемте внутрь, посмотрим. Внутри какие-то сюрпризы будут? Ну, кое-какие будут, посмотри. Смотри, вот, помните, вы хотели, тут открываешь, и тут написано. Вау! Класс! Rich Witch. На лоб можно? Давайте посмотрим, что внутри. Вау! Слушайте, ребят, хорошо, что вы взяли с натуральной овчинкой, потому что продаются, знаешь... Все, а это что такое? Ну, Тогас, лучший магазин. Все. Ребят, напишите мне, давайте замутимся. Блин, кайф, ребята, а это что? А это под жвачки, мне жвачки выплевывают. Да, это обязательно nice. Мусорка для жвачек. Да, вот это да. По всему салону. Это я понимаю. Натуральное тоже все так прилетело. Все, ребят, наконец-то. Я полтора месяца, нет, больше, наверное. 2 месяца я не ездила на своей машине. Вторая проблемная история была, конечно, с музыкой. Вы поменяли музыку? Ебались тут очень долго, скажу честно. Ой, пока мы отдыхали в Дубае, красавчики. Динамики поменяли, провода поменяли, усилитель поменяли. И сделали шумоизоляцию, двери, ну, где могли. Помогите, пожалуйста, я просто не знаю как. Я просто не слушала даже эти колонки дерьмовые, которые были. Даже не подключалась ни разу. Уж лучше в наушниках быть, чем давиться таким звуком, знаете. Господи помилуй. Заработала? Спасибо вам. Теперь громкая связь с водителем заработала. Ну, тут многие моменты, которые не работали, заработали. Прием. Отбой. Ты понимал, я не слушала здесь музыку ни разу. Лучше играет. Вы вот это снимали все? Да тут полмашины разбирали. Разбирали вот это все, вот это. Стало реально хорошо, слушабельно, так что можно кайфануть, послушать с удовольствием музыку. А да. То было как с домофона. Спасибо, ребят, спасибо, Джеткат. Теперь могут музыку слушать. Было так же, как Volkswagen Polo почему-то. Наклеечки положили. На телефончик, а я что, зря купила себе черный чехол, у меня был Hello Kitty, сюда бы не подошло, а сейчас прям впишется. Все, ну, я все. Заряжена. Все, осталось дело за малым, выпустить альбом. Rich Witch. Все, пойдемте. Блин, ну что, музыка поприкольнее, да, стала? Резюмируем, да, музыка 100%. На 100%. Не, ну тут все так почистили, помыли, тут он привели его в порядочек. Слушай, ну и было тоже хорошо. Да. Кайф. Просто кайф. Самое главное, смотрите за статуэткой. Надо в Урусте смотреть. Ну, какую ты себе? Надо забирать. По-моему, машина. Это машина, да. Ну, ты дашь первую заводочку сделать. Так, мне бы вспомнить, давай, я дашь. Напрягаю все свои извилины. Да. Поднимай вверх. Подожди, мне надо как-то упереться, потому что мне не получается тормоз зажать. Вдруг она поедет, и потом я вон туда, ребят, снимите. Они остановят, видишь, их много. Нажимай. Все, можешь ногу на тормоз надавать. Хорош. Даша думала, что когда ты зал... А, ну показывай немножко. Короче, здесь выхлоп Акрапович стоит. Слушай, вот этот мне очень нравится. Я даже не знаю, смысл это есть смотреть другие автомобили, если есть вот этот. Именно на таком красивом салоне у вас самый красивый салон, который я в Москве вообще видел, на Урусах. Темный такой, да? Коричневый. Ну все, ты можешь в джиткаре купить, поменять, трейдин или любую другую. Ключ-ключ и машину... Ты знаешь, что тут. Конечно. Шкода Октавия. Вот такой проект у нас получился. Олег, ждем тебя за Урусом.
Спасибо тебе, ребята, большое за промо моего альбома, ребят. Да. Ищите в Москве. Надеюсь, всем понравится. И просто смотрите. Ну, можете сфоткаться, но не трогайте, пожалуйста. Прошу. Статуэтку не трогать. Я очень прошу, просто по-человечески. Ну, если что, сами понимаете, как бы... Вот, отдаю вам ключ. Спасибо. Все, кайфуйте. Ждем вас за Урусом. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Jet Car. И я лично буду отвечать на все комментарии под этим видео. Проверим.